Горки, солнце, теплая вода и конкурсы. Праздники в аквапарке «Амфибиус» уже стали доброй традицией. Несколько раз в год сюда приглашают сочинцев, которые особо нуждаются в заботе. И для кого такие мероприятия скорее редкость, чем закономерность. Наш аквапарк «Амфибиус» ежегодно проводит этот праздник 1 сентября. Мы сюда приглашаем детей из многодетных семей, малоимущих семей, из революционного центра «Жемчужинка». И еще классы, по одному классу с каждой школы. Конечно, это большой, очень огромный праздник. Вы видите. Атмосферу праздника сегодня задавали пираты, скорее Черного моря, а также Нептун и Русалочка. Ребята могли вдоволь накататься на водных горках, искупаться в бассейнах, позагорать и принять участие в развлекательной программе от аниматоров и получить таинственные сокровища черного сундука. Нам очень нравится этот аквапарк. Мы неоднократно здесь были. Нас приглашали на День защиты детей. Детям очень понравилось. Сейчас нас снова пригласили на 1 сентября, День знаний. Детям очень нравится. Я считаю, что здесь можно почувствовать атмосферу праздника от и до. Катанием на горок, принять участие с аниматорами в конкурсах. В общем, нам очень нравится, очень здорово. Спасибо. Вместе с детьми в конкурсах участвовали и взрослые. Ну а после танцев и плясок все участники освежались в бассейнах, лакомились мороженым и получали порцию солнечного тепла, которое, несмотря на начало осени, все еще оставляет ощущение лета и отдыха. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.